Лаборатория творческих открытий и музыкальных свершений. В Сургутской филармонии стартовал 4-й фестиваль искусств «60-я параллель». В программе этого года 9 мероприятий, преимущественно музыкальных. 2 концерта в один день дал Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. Первый детский сказка «Волшебник изумрудного города». Второй для взрослых с произведениями Чайковского и Прокофьева. Главный дирижер – народный артист России Владимир Андропов. Почти 2 года прошло, как мы были здесь, на этом же фестивале. И я взял программу, ту, которую мы привозили 2 года назад, и поменял все почти полностью. Специально, чтобы сургутские зрители услышали новенькое. И новенькое, конечно, будет. Весьма неординарное будет, потому что учиться год Прокофьева, так сказать, и прочее. Мы такое первое деление сделали более классичным. А второе ближе к народному уже. И такое, так сказать, более, ну, эстрадный, скажем, ну. Следующий концерт в рамках 60-й параллели состоится в это воскресенье, 9 октября в 19 часов. На сцене филармонии выступит Тюменский государственный симфонический оркестр при участии хоровой капеллы «Светилин» из Сургута. Будут даже половецкие пляски. Программа расписана до 14 ноября. Ознакомиться с ней и купить билеты возможно на сайте Сургутской филармонии. В завершающий день фестиваля выступает государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии». Ребята летят из Нью-Йорка, были с огромным туром в Америке, дают концерт в Санкт-Петербурге и на следующий день работают в Сургуте.